Итак, ну что ж, Ария Румы, маленькие любители покушать. У микрофона, как всегда, ваш покорный слуга Мамору. И мы продолжаем с вами проходить такую увлекательную сборочку, как Stoneblock 2. За кадром, в принципе, как я и обещал, я достроил полностью вот этот вот весь наш реактор. И как мы можем наблюдать, здесь трудятся в усердном нашем поту все 4 этих турбины. Ну и в итоге у нас с каждой турбиной получилась ровно вот такая вот ситуация. Каждая турбина вращается примерно на вот такой вот частоте и вырабатывает при этом всем нам 28 тысяч кило РФ за тик. То в совокупности дает нам 112 почти что кило РФ за тик. Это не максимальная сумма, которую можно дотягнуть, но тем не менее для всех моих хотелок ее должно хватить. Ну а в этой же серии, как я и говорил, я бы хотел заняться различными модификациями. В частности, я бы хотел заняться таким замечательным модом, как Project E. Но прежде чем изучать эту модификацию, мне нужно будет посвятить немножко времени такой модификации, как Аварите. Потому что без изучения кое-каких крафтов из этой модификации о моде Project E можно забыть навсегда. В частности, нужно скрафтить как минимум Extreme Craft Table. Крафт непосредственно у этого верстака у нас суперски простой. Учитывая то, что кристальные матрицы крафтятся достаточно легко, если у тебя есть гигантское количество незерстаров и непосредственно вот таких вот алмазиков. И того, как мы можем помнить, мы уже с вами успели запастись в безграничном количестве. Double Compressed Crafted Table требует от нас только гигантского количества непосредственно этих самых верстачков. И таким образом вот этот вот блок у нас замечательно готов, и мы его даже отсюда можем забирать. Замечательно, мы на него получаем даже какую-то ачивочку. Это в принципе особо нам сейчас не важно. Можем его в принципе без разницы, где разместить мы. И в отличие от обычной сетки крафта 3x3, этот верстак из этого мода имеет сетку крафта 9x9. И эта сетка крафта позволит нам крафтить невообразимые вещи, которые нам потребуются в дальнейшем. И первое, что нам потребуется скрафтить, это нейтронный коллектор. В количестве, скажем, 9 штук, я думаю, этого пока что хватит. И зачем он понадобится, я объясню, но чуточку попозже. Для его крафта, в принципе, у нас все готово, нужны лишь шестоун, те самые кристальные матрицы, железные блоки и кварцевые блоки. В принципе, это все есть, и главное, что мод J распространяется тоже на этот верстак, и скрафтить этого не составит никаких проблем, нужно лишь запастись необходимым количеством ресурсов. И ресурсы на 9 таких коллекторов я замечательно собрал, разместил, и замечательно эти все коллекторы я скрафтил. Теперь, в принципе, их где-нибудь нужно разместить. И, в принципе, я даже думаю, то, что вот это вот пространство, которое у нас получилось никак не задействовано, подойдет для этого идеальнейшим образом. И эти коллекторы нам непосредственно нужны для того, чтобы собирать частицы нейтрониума, которые обитают в воздухе, и они невидимы для глаза. Но тем не менее, эти коллекторы могут их собирать и непосредственно как-то компрессировать в единый цельный непосредственно кусочек. Но как вы видите, процесс у этого крайне медленный, но к счастью, мы можем это дело исправить с вами. Но пока для начала я решил разместить сначала кондуиты с драйвером, для того, чтобы собирать все то, что здесь у нас вырабатывается. И получается, что все эти коллекторы, которые собирают у нас нейтрониум, будут его поставлять непосредственно в этот драйвер. А когда же я говорил об ускорении непосредственно наших коллекторов, я имел в виду непосредственно вот эти вот Dark Metal пьедесталы. Я думаю, то, что этих двух штучек мне в принципе должно сейчас хватить. Мы опять-таки ставим эти пьедесталы, на эти пьедесталы непосредственно ставим наши часы и активируем их правой кнопкой мыши. Пьедесталы вместе с часами начали у нас производиться, и как мы можем видеть, прогресс начал расти гораздо быстрее, и все эти нейтрониумные частицы начали здесь копиться. И как вы можете видеть, 9 частичек мы уже получили, и они хранятся непосредственно в нашем драйвере. И эту конструкцию, получается, мы можем оставить на некоторое время, и пусть у нас в спокойном таком АФК режиме у нас все это вырабатывается. Теперь же я бы хотел попробовать скрафтить нейтронный компрессор. Этот предмет нам требуется также по квестам, но как я вижу, для его крафта нам требуются нейтрониумные слитки. К сожалению, их скрафтить мы пока что не можем, потому что у нас их в недостаточном количестве имеются. Нейтрониумные слитки крафтятся непосредственно вот этих вот частиц. Только, естественно, сначала скрафтятся из этих частиц наггетсы, а уже только потом слитки. Ну и поэтому такой вот фермы, в принципе, даже будет маловато, но я вам так по опыту скажу то, что этого, в принципе, должно будет хватать. Ну ладно, так как мы не сможем скрафтить компрессор, я предлагаю вам начинать красить конденсаторы. Конденсаторы из непосредственно мода ЕЕ. Ну и для того, чтобы скрафтить непосредственно нам конденсатор, нам нужно скрафтить для начала алхимический сундук. Алхимический сундук, я напомню то, что, по-моему, в одной из частей мы крафтили для того, чтобы скрафтить непосредственно алхимическую сумку. Ну и так как у нас достаточное количество всех вещей для него, я думаю, с этим проблем не возникнет. И, пожалуй, сразу я скрафчу непосредственно 4 вот таких вот алхимических сундучка. Теперь нам нужно непосредственно скрафтить этот конденсатор. Ну и как можем видеть, для крафта нам потребуется лишь тир виверны. Я напомню, что у меня всего лишь драконьевый. Сетка 5x5, что у меня уже имеется. И 5 миллионов энергии. И именно для таких вот крафтов я строил себе этот офигительный реактор. Ну что ж, давайте готовить все ресурсы. У меня за все время получилось на крафте 32 материи. Это мало, конечно же, но я думаю, то, что для всех наших нужд хватит с головой. И осталось лишь скрафтить непосредственно вот эти вот наши сундучки. И именно таким вот образом я, получается, скрафтил
закрафтил и разместил все ресурсы, необходимые для этого крафта. И как только я закидываю сюда алхимический сундук, крафты наши запускаются, и непосредственно их мы крафтим. Уже получается один сундук у нас крафчен, и мы его можем забирать. Если я непосредственно с вами вместе открою этот сундучок, то мы увидим вот такую вот картину. Здесь у нас находятся слоты, которые будут конвертироваться у нас в EMC. И если я сюда какие-нибудь ресурсы положу, то, естественно, ничего конвертироваться не будет. Все потому, что мы не назначили, во что должны конвертироваться наши ресурсы. Допустим, я захочу получать эту темную материю. Я ставлю ее сюда, и получается, любой ресурс, который сюда попадет, будет сразу же в нее конвертирован. Но сюда же положить темную материю я не могу, сколько бы я ни кликал. А все потому, что темная материя не может быть получена из темной материи. Но, допустим, я захочу сюда положить, скажем, булыжник. И мы видим то, что за каждый поглощенный булыжник мы получаем каждую поглощенную EMC. Из стака булыжника мы получили 64 EMC. И как только здесь накопится 139 тысяч этих EMC, мы получим одну частичку темной материи. И именно для этого нужен энергетический конденсер. Именно с помощью него я бы получал бесконечные слитки, допустим, если бы у меня не было вот этих вот бесконечных коров. Но благо, что они у меня есть, и этот способ мне не понадобится. Но тем не менее, его было бы неплохо иметь для повседневных нужд. Но на самом деле потребность в нем сразу же отпадает, как только мы получаем с вами пьедестал, к которому мы сейчас и идем. Все, получается, таким вот образом мы получили 4 этих сундучка конденсатора. Ну а теперь же я бы хотел начать готовиться непосредственно к крафту вот такого вот трансмутационного стола. Или как некоторые алхимики его называют, пьедестала. Крафт у него достаточно замороченный, но на самом деле практически все предметы для его крафта у нас уже есть. Из крафтов предметов у нас отсутствует только, наверное, алхимические сундуки, потому что всех я и потратил, но их скрафтить я тоже могу. Энергетические коллекторы и антиматериальные релеи. Для их крафта нужны не такие уж сложные ресурсы, так что их тоже мы можем скрафтить. И остались у нас только Knight Slime инготы. Они крафтятся у нас благодаря моду Tinker Construct. Я думаю, что с легкостью мы их сможем тоже скрафтить. Ну и в итоге для получения Knight Slime'ов мне не пришлось обращаться к помощи нашего великого мода Tinker Construct. Я нашел у себя в загашниках корову, которая несет непосредственно вот эти вот самые Knight Slime'ы. И это невероятное везение, и не зря я распахивал этот мод, и я снова его готов расцеловать за то, что он такой полезный. И если все правильно понимаю, мне остался, наверное, последний ингредиент. Это непосредственно крафт вот этих вот релеев и непосредственно коллекторов. Ну и получается, все, что можно было здесь крафтить, я скрафтил. И последние блоки антиматерии второго уровня я отсюда забираю. И получается, их я уже здесь выкладываю. И остались мне только вот эти вот слитки, которые здесь у нас корова несет. Никак донести, к сожалению, не может, потому что ее силы достаточно ограничены. Ну и финальный штрих. Та-дам, мы готовы забрать с вами трансмутационный стол. Ну и пускай здесь он и будет размещен. И мы наблюдаем в первую очередь здесь вот именно такую картину. Не стоит пугаться, на самом деле здесь все до ужаса просто. Слева мы можем видеть такую небольшую панельку, куда мы можем положить вещи для изучения. Допустим, я хочу сюда положить темную материю, часы и непосредственно вот эти вот пьедесталы. Мы видим гигантскую надпись «Выучено». Это значит то, что эти ресурсы у нас теперь есть в памяти непосредственно нашего стола. Но для того, чтобы иметь возможность отсюда что-то забирать, а не только сюда класть, мы должны это самое ЕМЦ ему скормить. Допустим, я ему захочу скормить вот эти 60 темных материй. Та-дам! Мы получили за 60 темных материй вот такое количество ЕМЦ, и мы можем видеть справа все те ресурсы, которые когда-либо мы изучали с помощью трансмутационного стола, и которые мы можем одновременно отсюда забрать с помощью тех EMC, которые у нас здесь есть. То есть буквально таким вот образом я могу дублировать отсюда, получается, вот этот пьедестал и часы, если бы у меня здесь было достаточное количество этой энергии. Но как мы можем с вами помнить вот этих вот бесконечных слитков, у меня получается просто в безграничном объеме, а стоят они какие-то конские 37 миллиардов EMC. И если я, получается, все сюда скормлю, я могу этими 2-4 триллионами пользоваться просто до нескончаемых времен. Я напомню то, что у меня этих Infinity слитков больше, чем 64, а их тут целые тысячи, и всего это несет до сих пор одна корова. Я не увеличил тут количество, потому что, в принципе, мне это не было необходимости. Ну и допустим, я захочу забрать отсюда часы, или захочу отсюда забрать пьедестал. Все, получается, мы с вами получаем еще один пьедестал и еще одни часы, которые тоже мы можем активировать здесь, и это еще ускорит выработку непосредственно этого нейтрониума. Но, к сожалению, с помощью вот этого стола мы сможем получать только те блоки, у которых есть EMC. Допустим, вот какие-то кольца, которые из Actual Edition мода мы изучить не сможем. Так и некоторые блоки, которые задуманы специально скриптовыми из этой модификации, из этой сборочки. Допустим, те же самые энергетические конденсеры я не смогу в него сжечь, хотя в Vanilla Project E мы могли бы такое сделать. Теперь бы я бы хотел дальше продолжить изучение Project E, и хотел бы я пойти по вот такой вот нашей незамысловатой линейке из вот этих вот старов Омега. Я не знаю на самом деле, как это правильно называется и что это вообще такое, мне на самом деле не нужно это знать. Просто нужно скрафтить все непосредственно вот эти вот клейвинские старые Омега. Но для начала, чтобы что-либо с помощью вот этого нашего стола делать, мы должны сначала скрафтить первую и основную, вот эту вот клевинскую, старовскую, что бы это ни было.
Для его крафтания требуется топливо Мёбиуса и непосредственно алмаз. А топливо Мёбиуса, я напомню, то, что получается из преобразования алхимического угля и непосредственно философского камня. Философский камень, я напомню, то, что в одной из серий мы до этого крафтили. А в свое время алхимическое топливо мы получаем из некоторого количества угля. И таким замысловатым образом кельвинские стары мы с вами забираем и можем успешно с вами их сжечь в нашей печке. Теперь же мы просто берем и отсюда забираем эти самые стары. Забираем их 4 штуки, чтобы преобразовать в дальнейшие кельвин стары, только уже большего объема, так скажем. В то время как вот эти вот наши первого уровня вмещают всего 24 тысячи яйца, вот это вот второго уровня вмещает уже в свою очередь 98. И так вот постепенно наращивая непосредственно и совмещая вдруг в друге кельвин стары, мы сможем дойти до финального их уровня. Таким образом я дошел до кельвин стар омега. То есть вот это получается финальная вот эта вот звезда омеги, которую я могу получить в оригинальном Project E. Уже следующие ее апгрейды являются дополнением из мода Project EX. Я не считаю нужным пока что на данном нашем уровне развития их крафтить, тем более что на их крафт требуется гигантское количество ЕМЦ, которое конечно же у меня есть, но тратить его попусту я не хочу. Но хотя бы имея звезды Омеги в количестве 4 штук, я хотел бы попробовать скрафтить непосредственно броню, которую предоставляет нам мод Project E. Так, ну для начала нужно было, естественно, скрафтить вот эту броню из красной материи. Ну и теперь каждую из сета этой брони нужно каким-то образом проапгрейдить. Например, ботинки апгрейживаются с помощью кольца левитации, звезды Омеги, которую мы скрафтили, и непосредственно самих ботиночков. Звездо левитации, в принципе, должно легко крафтиться, учитывая то, что все для его крафта у нас есть, помимо непосредственно вот этого самого кольца. Но для крафта непосредственно кольца всего лишь нужно ведро лавы, ну и слитки железа. В принципе, все это у нас есть, и мы можем легко это скрафтить. Ботиночки, шлем масик, штанишки, куртечка. Ну и получается, всю броню, которую я мог скрафтить из Project, я уже скрафтил. Но это не финальный ее этап. Мы можем ее еще проапгрейдить уже до финального нашего непосредственно уровня. Это броня бога или бесконечная броня. На нее требуется непосредственно нейтрониум, который у нас вырабатывается, напомню, что вот здесь вот, да? И непосредственно слитки бесконечности, которые делаются у нас в бесконечном количестве. И единственное, чего мне не хватает на данный момент, это непосредственно вот этих самых нейтрониумных частичек. Я думаю, то, что со временем они у нас с вами накопятся. А зачем ждать, если их можем изучить и также получить в безграничном количестве? Я что-то не думал, то, что так можно у нас, но оказывается, что можно. Теперь мы можем с вами, получается, приступать сразу же к крафту. Дисплей, ботиночки и непосредственно леггинсы мы скрафтить с вами, к сожалению, не можем, потому что не хватает каталиста. Такой подлянки я не ждал. Ну а каталист непосредственно нам придется крафтить, к сожалению. Но непосредственно хотя бы часть этой брони я скрафтил с вами. Без штанов, но тем не менее. И получаем мы... кстати, очень даже прикольно. Мне нравится она даже больше, чем драконий сет. Ух ты, нифига себе скорость. Ну, допустим. Что ж, я намерен себе полностью скрафтить весь сет. Для фулл сета нам не хватает непосредственно вот этого каталиста. Каким-то другим способом, к сожалению, я не могу его получить. И непосредственно нас заставляет именно вот такой вот метод. Это очень дебильный метод. И этим методом нам рекомендовали крафтить этот каталист постоянно. Как я вам раньше говорил, именно из-за вот этого каталиста мы смогли бы с вами получать непосредственно слитки бесконечности. Но опять-таки я повторюсь, то, что это самый идиотский способ их получения. Но нас заставляет это сделать для того, чтобы скрафтить непосредственно с вами штанишки. Так, ладно. Для того, чтобы попытаться скрафтить вот эти вот каталисты, нам непосредственно нужно попробовать скрафтить непосредственно компрессоры, с помощью которых мы смогли бы получить вот эти вот сингулярности разного вида и разных штучек. И замечательный компрессор я с вами отсюда забираю. И, наверное, для пущей уверенности мне потребуются непосредственно конденсеры следующего уровня, нежели у меня есть сейчас, потому что с ними будет очень сложно. То есть мне нужно проапгрейдить, получается, их до второго уровня. В принципе, достаточно это легко скрафтить, и можем начинать крафтить непосредственно конденсатора второго уровня. Ну и по идее, я уже все, получается, у нас подготовил, и у нас все уже готово. И как только я сюда закидываю, крафт и инфьюзия у нас начинается. Нам осталось подождать буквально некоторые секунды, и уже будет все у нас готово. Все, получается, конденсатор второго уровня мы с вами успешно скрафтили. Он нам потребуется для того, чтобы более эффективно закидывать все необходимые нам ресурсы непосредственно наш компрессор, только всего. Получается, для крафта непосредственно каталиста нам потребуется вот такое количество всех разных сингулярностей. Для крафта какой-либо сингулярности, допустим, незеровской, нам потребуется блок этого самого ресурса, который мы будем преобразовывать в сингулярность. Ну и для того, чтобы просто не запихивать все ресурсы сюда, я сразу создал специальный конденсер, который будет эти все ресурсы прямо в прямом эфире у нас производить. Для того, чтобы передавать все ресурсы, я буду использовать наши любимые кондуиты с непосредственно максимальным апгрейдом. Я сомневаюсь, что и данной скорости хватит, но попытаться стоит. Давайте пытаться начинать непосредственно это все производство. Допустим, я захочу, чтобы первая сингулярность была из никеля. То есть я беру блок никеля и закидываю непосредственно ее сюда. Получается, я назначил, любой предмет, который попадает непосредственно в наш конденсатор, будет перерабатывать его AMC непосредственно в сам никель. И допустим, я сюда закину один блок непосредственно бесконечности. Уже хватило на гигантское количество этих блоков, и можем видеть то,
что все эти блоки у нас успешно уже закидываются непосредственно в этот компрессор. Скорость, конечно, маленькая, эта скорость зависит непосредственно от самого кондуита. И давайте, пожалуй, я даже поставлю здесь больше, чем один кондуит, потому что, мне кажется, с этим он у нас не справится. Ну и, к сожалению, процесс этот очень уж недолгий, ну и, наверное, мне придется продолжать весь этот крафт уже после небольшого щелчка. Ну и прошло примерно с того времени около 2 часов, и с этого времени я успел все-таки скрафтить этот каталист. Мне стоило от каких-то больших очень усилий, и, в частности, с этими сингулярностями не возникло вообще никаких проблем. Возникла проблема, наверное, только с вот этой сингулярностью, из-за того, что она делается из электрума, который, в свою очередь, делается только в индукционном смелтере, но, и опять-таки, это было связано с тем, что прошлое пришлось заморочиться. Больше всего времени было потрачено на непосредственно ультимативный суп, который имеет в себе вот такой вот рецепт, но, опять-таки, было просто потрачено на это гигантское количество времени, а все ресурсы я покупал либо в маркете, либо выращивал непосредственно на наших огородах. Помимо всего вышесказанного, большую часть ресурсов я получал с помощью вот этого вот натурной эссенции, с помощью которой я смог скрафтить буквально большую часть всяких различных семян и не семян. Ну все, получается, этот каталист я забираю, получаю я, конечно же, ачивочку, это невообразимо меня радует, и первым же делом я засовываю ее в наш стол транспутации. И все, и теперь я могу, получается, приступить к крафту наконец-таки этих штанов. И только после этого нам зашли квест на вот эти бесконечные слитки, ну допустим. И штанишки наконец-таки мы скрафтили. Ура, 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 ребят. И я надеюсь, сейчас я надеваю их, и что я получаю взамен? Воу. Это достаточно классная броня, а? Ну, выгляжу, как минимум, я в ней очень классно. Быстро прыгаю, высоко плаваю, это нормально. Но частицы я не вижу, чтобы они были какие-то супер-пуперские. Я бы сказал то, что большую часть частиц этих какие-то лагучие. Ну, допустим, все на воле разработчиков. Но можно сказать то, что эта бесконечная броня делает полностью меня непобедимым существом в этой игре. Я даже не знаю, каким образом могу ее испытать. Но думаю, когда в следующей серии мы пойдем на хаос-курицу, мы обязательно ее с вами испытаем. Давайте заодно, раз мы уже собрались на хаос-курицу окончательно идти, скрафтим себе вот этот вот бесконечный меч космоса и бесконечный вот этот вот лук также космоса. И забираем мы с вами меч, который мы получили здесь, и также мы забираем с вами этот наш лучок. Ну и, наверное, последнее, что я хотел бы сделать в этой серии непосредственно, это забрать все награды за все квесты, которые мы здесь с вами получили. Их 68 штук, я сомневаюсь, что у нас вообще все поместится в инвентарь, и давайте забираем. Так, и по факту нам достается всякий хлам, который нам не нужен, кроме, наверное, вот этих вот труб, и остальное все, да, действительно является хламом. Ого! А вот этот реально прикольный партикл. Я, правда, его сразу не заметил, но когда мы летаем в этой броне, у нас сразу добавляются с вами крылышки. Видимо, это прикол от всего сета этой брони. Ну тогда в этом случае мы будем с вами потихонечку заканчивать на этом серию. Всем спасибо, что смотрели. У микрофона был, как всегда, ваш покорный слуга Мамору. И еще услышимся.